21. Но зато все проголодались, все заходили нас послушать, давно уже не виделись, правда. Мы хорошо отстроились, и сегодня будет все очень хорошо. Я очень рад вас видеть здесь. Замечательный клуб, мы впервые здесь выступаем с сольным концертом. Мы это группа Dream Team. Анастасия Концевая будет петь. Антон Ильин. Клавишные инструменты. Евгений Глухов. Замполит, он же бас-гитара, он же вокал, он же инструментные шутки. Да. Александр Васильевич Половинкин, народный артист, на барабан. Сергей Джон Сорокин, на губной гармонии. Бесподобный Юрий Новгородский на гитаре. Меня зовут Дмитрий Горячков, подпольная кличка «Доктор Андре». Я желаю вам хорошего вечера и себе желаю.
Но он уже состоялся. Мы себя чувствуем прекрасно. Substitute for silver, substitute for butter, and the substitute for milk. I hang on to real thing, baby. Give me the real thing and nothing at all. There is a substitute for anything, but no substitute for love. There is a substitute for golfing, the rice and sugar too. Better than the pandy. Причем, если уж не везет, так не везет, что просто вот бежать некуда. А если вдруг удача, то где-то рядом падает. Ни разу еще не попало в меня. We'll be right back.
Спасибо. Вам там слышно? Нормально? А то вас тут не слышно вообще. Мы тише здесь. Ага, они еще не выпили. Ну ладно, что, будем ждать эффекта. Сейчас песня будет про то, как парень приехал в Москву. Вы не угадаете никогда. Не из Душанбе даже. Не из Ашгабада. А из Теннесси. Ну и сами понимаете, расстояние довольно далекое. Пока до туда информация-то дойдет, что-то, короче, обманули его, короче говоря. Мало того, что видно, денег мало платят, да и погода так сидит. Вот об этой песне. Как хочется снова вернуться домой, в холмы Теннесси, сесть у речки с удочкой. Вот это жизнь. А вот это вот то, что здесь, это уже, я не знаю. Да еще скоро зима, еще вот это вот. Снег пойдет, убирать придется с утра до ночи. Это ужасно. Надо лучше в Теннесси. В Теннесси, к реке. Его коня отсигнул
и уехал домой. Вот интересное свойство, когда аномалия прямо Буги Козлова, все время плавятся ювелирные украшения и падают к ногам. Второй раз я здесь выступаю, но правда сейчас Настя первая завелась. Ее украшение первое. Известный шаман Юрий Морозовский. Возможности уколоть старшего товарища, не думая о том, что мало того, что старший товарищ просто старше,
Но он же еще же и работодатель, вообще говоря. Как можно так? Ага. Все время забываю. Отважно. Дело в том, что моя, например, температура на сцене где-то около 52 градусов. Сами понимаете, никакая гитара это не выдерживает, она вся плыть. Далее я как Юра практически вступление сыграл. Нежная песня. Посвящается, да, моей маме. Она первая позамахала рукой. Мама издания на зарубежье, издания за Урале, сегодня с нами. Да, мамочка, дорогая. Thank you.
Жене, что они мне нужны в таком количестве. Вот, а теперь я хочу вам сказать, что я две песни сегодня буду играть на той гитаре. Тем не менее, из-за двух песен она приехала из дальнего Алтуфьева. Очень специальная песня. Значит, знающие английский язык будут удивлены, когда поймут, что в течение трех куплетов молодой человек, герой этой песни, все время говорит: как я ее люблю, а? Как я ее люблю? Она меня тоже любит, да, любит она меня. Я вот иной раз в койке лежу уже, она на работе, а я думаю, как она, все-таки я ее люблю, а? Она тоже меня, конечно, любит, вон опять пошла работать. Как я ее люблю, она меня любит. Как у нас все круто, здорово. И в третьем куплете вдруг такое откровение. Я ее очень люблю, и она меня любит, я знаю это. Когда у меня денег нет расплатиться в ресторане, она не поморщится, достает свой кошелек и платит за меня. Как я ее люблю. Ну, такая песня. Ну ладно, я сейчас эту песню, поскольку про нее рассказал, спою и возьму другую опять гитару. Я пропустил две песни, это ужасно. Паника, у нас паника. Аплодисменты, Дмитрий Казачков. Дело в том, что я для красоты в черных очках, а это очень красиво, но ничего не видно, вот в чем дело. Поэтому я по памяти что помню, пою и, оказывается, упустил две песни. So secret, I don't care. Gonna shout it out everywhere. I'm a bad baby, I'm gonna fast and slow. Everybody.
she don't care. She'll open up her pocket book and be my girl. She loves me, I'll know how I look. Love my baby, gonna tell everybody I know. Yes, love my baby, gonna tell everybody I know. Love my baby, gonna tell everybody. Дмитрий, мы все хотим спросить, кто это Густав и его мама, про которую мы сегодня поем. Вы должны нам рассказать. Дело в том, что родной первый язык Евгения Глухова в школе был немецкий. И он все время переводит с английского как бы немецким языком. Поэтому у нас все время разночтение в смыслах получается. Но, с другой стороны, это и довольно смешно получается. Он считает, что это песня про некоего Густава. И все время меня призывает, чтобы я про него рассказал. А это совершенно про другое. Найди своего внутреннего Густава. Человеческий разум в очередной раз победил. Густав, а? Что за модный подарок? Очень модный, а что? Говорят, что бриллиантовый, так продавали, когда говорили. Stop, mama.
Спасибо, спасибо, спасибо. Очень приятно, что вы разбираетесь. Любимые всеми девушками блюз в стиле румба. Все-таки это важная песня, которую я буду наконец-то танцевать и не играть на гитаре, а поставить. Sleeping on the side of the paper.
Анастасия Комсовая поет. Антон Ильин на пианино. Евгений Глухов на гитаре и вокал. Небольшой перерыв. Чисто промочить горло. Вот тут некоторые интересуются. Куда я дел? Не бойтесь, я никого не дисквалифицировал. По задумке режиссера шоу начинаем мы вначале вдвоем, потом присоединяется еще пару человек. Короче, вот интрига какая-то должна же быть, нет? А мы начинаем второе отделение традиционно с акустических вещей Кабамо, нашего любимца. Следующая песня опять такая, она незадачливый парень. Девушка мне прислала сегодня смс, что она меня больше не любит. До свидания. Нормально? Что, дойти не могла? Да, смс прислала. Нормально? На работе работаю нормально как будто. Заработал уже на нормальный, хороший, большой дом, на новую машину хорошего бренда. Уволил меня этот собака, шеф, которого я как будто так почитал. Уволил. Ну и вот и все время пытаюсь как-то девушку найти себе, не получается. То она мне кажется чересчур богатой для меня, то слишком красивой. Позвонил старой подружке своей, она мне говорит: старик, да слушай, так ты маленько припозднился. Я вообще-то замуж вышла, у меня трое детей. Вот такой незадачливый парень. Но лейтмотив-то такой. Ну сам-то я себя всегда успею полюбить, в принципе-то. Так что ничего не пропал. My baby, she wrote me a letter. She didn't call me on the phone. Five little words was all she wrote. She said, see you later, I'm gone. She had no explanation about why she had to go. Thank you.
Сейчас в следующей песне очень рассчитываю на вашу поддержку. Евгений. Евгений Глухов во втором отделении играет, видать, на барабанах. Фу, слава Богу. А с ее концевая Евгений Глухов присоединился. Итак, начинаем второе отделение. Юрий Новгородский, Сергей Джон Сорокин, Александр Павлинчев, Евгений Глухов, Антон Ильин, Анастасия Козлова. Кэп Мостами. Down.
Thank you.
дальше. Это была песня Джо Уолша. Еще одного нашего фаворита. Сейчас трагическая песня. Но с надеждой. Четвертые сутки пылает станица. Утром хотел позавтракать, протянул руку к бутылке, обнаружил в ней дьявола. Ладно бы он там тихо сидел, можно было бы с этим смириться. Я же мог же глаза закрыть бы, но ведь он меня пытался в бутылку затащить. Хорошо, что у меня на быстром вызове 911 приехали крепкие ангелы в белом. Сейчас уже лучше, хотя есть еще изжога. И немножко тошнит. Но дьявола уже нету. Devil in the battle. Oh.
Верно? Психиатра в зале не случайно? Останьтесь после урока. На Дмитрия написано имена музыкантов. Дело в том, что вот эта вот пачка текстов, сами понимаете, я их не перебирал даже. Я их упорно вожу с собой, в них не гляжу. То есть, когда я тексты забываю, я скорее новые придумаю, чем погляжу. Зачем я это делаю, я не понимаю. Вы сейчас в этом убедитесь. Я бы на вашем месте бы взял бы да и пошел домой. Не стал бы дожидаться конца. Вещь-то хорошая. I got a letter from my bed. She was crying up today. From my baby, and she was coming home today. Yeah, my baby was alive. She was coming home to stay. Стоматологи есть в зале?
Короче, я бы хотел здесь сделать что-нибудь очень твердое, потому что бьюсь все время зубом от микрофон. Хотелось бы, чтобы страдал микрофон, а не я. Некоторые злые языки утверждают, что это программная песня, которая называется Wine, Women and Song. Я очень извиняюсь, я женат очень давно. И сами понимаете, что Wine, Women and Song... Да. Хотя, да и пить-то некогда все время за рулем. Но эту песню мы любим и все равно споем. Возвращаемся к нашему Джо Волшу. Шаманская песня «Руки-малки вы». Thank you.
смертельный номер. Thank you.
обещали, что пользуясь случаем, половина правая, половина команды. Отсюда начинаем далее. Мы будем проказничать. Сегодня воскресенье, кстати, неплохой день концерта. Это песня пятничная. Последняя песня этого вечера. Спасибо вам большое. Было шикарно.
группа Dream Team, Юрий Новгородский, Сергей Сорокин, Александр Половинкин, Анастасия Концевая, Антон Ильин, Евгений Глухов. Спасибо вам большое. Дмитрий Казачков. Приходите к нам еще. Слышу голос обратно. Ну что ж, если вы оставили. Попросим Юрия Новгородского. Еще раз то, что они пили. Thank you.
много кричать, мой брат кричит грубо, еще, еще. И мы типа еще одну песню. Давайте так. Что, еще какие-то? Я не знаю даже. Now you're gonna down to show.
большое. Было здорово с вами. Больше мы не скажем, что мы песен больше не умеем. Но регламент есть регламент. После нас еще джем будет, если что. Чего? Браво! Это вы кому сказали? Он дома? Спасибо вам большое. Приходите еще. Мы играем в этом городе. Я надеюсь, что в этом клубе нас тоже когда-нибудь еще пустят сюда. Спасибо большое. Группа Dream Team.